Привет, Крипто Иркутск! На связи Дэн Иванов из Крипто Ростов, а также компании Мета. Здорово, что регулярные метапы для наших двух южных столиц уже норма. Думаю, в перспективе сообщества будут сильно расширяться, и это очень здорово. Расскажу, как мы познакомились. Я посещал Иркутск с деловой поездкой по поиску партнеров для предоставления электрических мощностей в Иркутской области. А когда я путешествую, обычно стараюсь знакомиться со стартапами, с местными тусовками, с криптосообществами. И, конечно же, Иркутск не стал исключением. Здесь оказалось очень уютно, на самом деле, совсем не так, как рассказывали об этом регионе. Природа, лес, Байкал. Ну, конечно, самым приятным было общение с активистами криптосообщества Владимиром, Ильей, Юрием Дромашко. Вообще, я очень рад развивать с вами криптотусовки России, вообще в пределах страны и мира в целом. Что касается голоса, очень здорово, что вы начали проводить митапы. В мире разработано множество современных и децентрализованных инструментов, на основе которых уже сейчас можно строить наше совместное будущее. И одной из главных проблем существования таких платформ является то, что они не популярны, о них мало кто знает. Мы стараемся популяризировать голос у нас в регионе максимально. И, соответственно, создаем сообщество и постоянно проводим митапы. В активную работу уже вовлечено более 30 человек. Только я позвал более 30 человек. На самом деле нас уже, наверное, порядка 50. Также хочу рассказать пару слов о нашей команде Мета. Мы создали ее для того, чтобы работать с криптостартапами. Это криптоакселератор в первую очередь, то есть мы приглашаем команды интересных проектов на помощь в акселерации, в проведении pre-ICO, pre-sale и ICO. Соответственно, также мы проводим мероприятия, консультируем по вопросам поиска оборудования, майнингу, закупки и так далее. Соответственно, занимаемся также поставками. Как коммерческая составляющая для склейки свободного криптосообщества, расширение узнаваемости компаний, стартапов, то есть как раз адресуем проблемы маркетинга современных стартапов. В том числе популяризируем платформу «Голос», хотя «Голос» вообще трудно уже назвать стартапом, вполне функционирующий бизнес, я бы так сказал. Более корректно будет его назвать функционирующим бизнесом. Ну и в качестве заключения, чрезвычайно рад нашему общему взаимодействию, знакомству, обменам опытом среди наших городов и вне их пределов. И хочу позвать всех к участию в нашем следующем мероприятии в Ростове, которое пройдет 21 октября, уже в субботу. Крупный митап. Описание есть на официальном сайте на таймпаде meta.timepad.ru. Максимум позитива и удачи, друзья. Спасибо за внимание.